кучер. Вы можете рассказать, как себя чувствует Ацемас Шавлохов? Ацемас Шавлохов, наверное, хотите сказать. Ацемас себя чувствует намного лучше. Я буквально минут 15 назад сам с ним разговаривал по телефону. И он пошел на поправку. Стал и ноги свои чувствовать. Все нормально, как бы. Врачи дают нам надежды. И все будет в порядке. Вот на родине ему собирают деньги, средства. Скажите, какая помощь ему нужна еще? Ну, на данный момент нет необходимости собирать ему деньги. Я думаю, Азамат это оценит. И как бы я с ним заговаривал за это, потому что сегодня больше ничего деньги начали собирать. Во-первых, мы ничего не нуждаем сейчас. Постоянно возле него находятся люди, как и местные сети помогают, так и лишние само местное население. А сама ни в чем не нуждает, так вообще не нуждает ничем. И а сама как мне попросил, чтобы говорить большое спасибо, конечно, всем, кто за него так беспокоится, но попросил, чтобы никто людей не собирал от него на помощь его. Но на самом деле ничего не ждает. И тут как местные, повторюсь еще раз, как местные, все местные осетины. Здесь очень много осетин, которые проживают в Донецке. И не дают. Здесь не нуждает. Так что он просит о том, чтобы они собирали деньги на него. А как к вам... очень хорошо относятся. И дают, ему приносят как еду, так еще и медикаменты. А как вас вообще местное население воспринимает, как спасители или как, не знаю? Ну, как могут вас воспринимать? Воспринимают очень хорошо и как бы очень хорошо мнение, она здесь и постоянно люди, когда нас видят, говорят нам большое спасибо. Дух, наверное, мы в них даем. Наверное, даем в них дух. Ощущение, что заедут, едут, и численно гостей здесь растет. Помощников именно пополчения и местного населения очень гордятся нами. А правда, что в вашем батальоне большие потери, и вы даже отступаете? Знаете, бои бывают везде, потери бывают везде. Ну, как пишет украинский СМИ, у нас нету потерь. 3-4 раза потери больше не солдане, а вступление на судьба. Бывает такой момент, вот, когда приходится отходить, а потом наступать. Было недавно на наступление стороны, и мы сейчас собрались от выставки, и заняли свои позиции, даже превосходство наше. Сейчас за нами превосходные позиции у нами сейчас. Так что специально смотрю интернет, какие новости кто-то знает. Я как бы уверенно вам говорю, нет у нас таких потерь, это не говорят. Таких потерь не было. Были у нас два раненых. А вы можете сказать, среди раненых есть осетины? Или у нас только Шавлохов? И у нас на самом деле были ранены. Цой у нас ранены, такие лежачие автоматные Шавлохов. А те, которые были ранены и могли их повезти, буквально позавчера убили одного раненого. И сегодня еще одного. Там. Это осетины, да? Да, да, осетины. И тут меня спросили, они, наверное, сами спросили остаться. Ну, собравшись мы вместе, мы решили просто отправить, потому что выздоравливают и возвращают нам здоровы. А куда вы их отправили? Я человек осетины, не хотел их отправить. Мы их отправили на родину. Они себя хорошо чувствуют? Я с ними только в момент,
ездила никуда, не ехали, въехали они сами своим ходом, ну как бы. И их,